сегодняшней проверки вообще как связана ваша структура с пляжем, то есть какие проверки у вас проводятся, как часто проводятся? Ну, ежегодно, перед тем, как открывается пляж, мы выходим, осматриваем его, вот, делаем забор воды, почвы, биологические показатели, зоологические показатели, санитарно-химические показатели. В этом году то же самое было сделано. Вода отбиралась в двух точках непосредственно на самом пляже и на расстоянии 1 километр выше течения для контроля. Все показатели были хорошие. И, естественно, потом визуальный осмотр был в соответствии с нормативной документацией. Выполнило потом было экспертное заключение. По этому экспертному заключению уже территориальный отдел наш выдал санэпидзаключение на открытие пляжа. Это в ежегодном режиме так происходит. Если какие-то результаты вот заборов, они отрицательные, то есть... Было у нас года два тому назад, было, значит, выявлено микробиологические показатели, превышающие нормативы в воде, и, естественно, было сразу пляж был закрыт. Но это уже как раз было в августе, так что... А так вот мы в течение всего... периода. То есть пока пляж открыт, да? По эпид-мониторингу еженедельно отбираем на микробиологические показатели воду. А скажите, пожалуйста, вот вы сегодня посмотрели этот пляж, песок, территорию. Вот скажите, какие у вас впечатления? Ну, если сравнить с тем, что было когда-то, естественно, положительные сдвиги есть. Но желательно бы, чтобы... Я ему говорила, что наш пляж по сравнению с другими пляжами даже иногда выглядит хуже, чем в сельских поселениях.